Мастер сцен страстей Брюгге – один из анонимных мастеров Северного Возрождения. Одна из картин этого мастера – «Эссе Хомо» – «Все человек», находящаяся сегодня в Национальной галерее в Лондоне, была, вероятно, создана около 1510 года. Фигуры Иисуса и стоящего за ним Пилата, как считают исследователи галереи, были заимствованы художником из гравюры Шангауэра. А сцены заднего плана, по всей видимости, позаимствованы из сцен страстей Христовых Ганса Мемлинга. Этому же мастеру приписываются еще три картины. Это по данным Центра изучения южно-нидерландского и льежского искусства. Одна из которых «Эссе Хомо» с заказчиком и святым Яковом Старшим была продана на аукционе Сотби в 1981 году. Изучение работ мастера началось с панели «Сцены страстей». На одной панели изображены три разных по времени сцены – несение креста, распятие и оплакивание, пиета, что не являлось чем-то исключительным.